На юге Алжира потерпел крушение грузовой украинский самолет Ан-12, сообщают местные СМИ. На месте крушения найдены тела трех погибших членов экипажа, среди них командир воздушного судна. По данным журналистов, всего на борту находилось 7 пассажиров. Сообщается, что самолет Ан-12 рухнул спустя всего 3 минуты после того, как вылетел из аэропорта города Таманрасет. На месте крушения самолета эксперты соответствующих служб проводят поисково-спасательную операцию.